Здравствуйте, дорогие мои соотечественники! Посмотрите на людей, которые сидят на камнях, как чайки греются. Вот я сейчас специально взяла телефон, чтобы продемонстрировать, какая кристальная вода в этом море. Сейчас вон там он парусник. Я здесь плавала. Посмотрите, Габича Монте, Габича Маре. Туристы полным-полно. Сейчас уже больше 6 вечера. Покажу вам сейчас, какая кристально чистая вода. Ну, есть такие чуть-чуть от этих камней. От камней такие темненькие штучки. Потому что отсюда вот эти волны бьют об камни, и от них вот эти микроорганизмы. Но на самом деле, если вы видите, вот она, моя нога. Видно там внизу. Сейчас покажу. Такая прозрачная вода. Видите? Вот здесь вот вообще, как ее называется, неглубоко. Сегодня отлив. Сегодня отлив. Хотела показать вокруг тела прозрачную воду. Вот такая вот итальянская тусовка. Вон там парусники. Парусники, видите? Там настоящее море за камнями, глубокое. А здесь как лагуна. Вот, идем дальше. Сегодня здесь было очень много рыб. Я их очень много видела. Можно было руками ловить. Спросила у мальчика. А вон они бегают, плавают, рыбки. Спросила у этого спасателя, говорю, что за рыбы, их можно есть? Он говорит, да, это съедобные рыбы. Вон они плавают все. Да, да, внизу. Вот такая вот красота. Одно наслаждение. Даже вот так вот ходить по такой низкой воде, накачиваются вот эти вот мускулы. Накачиваются. Опаля! Сейчас я похожу еще часок, наверное, похожу так. Всем желаю здоровья и добра и фортуны. Надеюсь, скоро закончится коронавирус, и все мы будем снова летать туда-сюда. Но, к сожалению, в последнее время не очень хорошие новости. Вон она рыбка, вон они рыбки. Не очень хорошие новости, потому что коронавирус, вспышки коронавируса по всей Европе и в Италии тоже. Сегодня 7 человек умерли пациентов от коронавируса. Увеличилось число пациентов, вон она рыбка, число пациентов в... Видите, она убегает от меня. В реанимации. Ну, пусть море унесет все грусти, все печали, все нездоровье. Пусть море унесет все плохое, весь негатив, всю сфигу пусть унесет морская вода подальше от нас. Всем здоровья и фортуны!